Прогноз. Не у меня прогноз. Какой-нибудь модератор придет, сделает. Я могу стартовать с этой короной. Почему бы и нет? Короче, наша цель идти до синего пацана. И по сатане, потому что там Крампус. О, предмет Гаппи уже получен. Там Крампус, там я хотел сказать Гаппи еще. Также надо секретки посещать, чтобы секретку с какашкой найти. Скорострельность 5 плюс получить можно с короной, это правда. Аркады также надо фармить, также надо на путь идти для грузчиков. Также надо будет на 6-м этаже телепортнуться из проклятой и зайти туда полетом, получается. А, покинуть. Покинуть проклятую без урона, но зайти можно обычным образом. То есть мне нужно просто карту дурака найти и посетить проклятую на 6-м этаже. Достаточно легкая ачивка. Главное первому это сделать. Не та секретка. Можно было батарейку, кстати. Правила на Твиче отображаются на шестерке, там есть показать правила. YouTube, кстати, тоже такое вводит, но только в бета-версии. Окей, пошли на путь. Попробуем найти этого грузчика. Надо также радужную какашку найти. Грузчики также встречаются в этом в соборе. И я как раз в ту сторону буду идти. Пошли, активируем корону обратно. А, гриб. Спасибо, что сказали. Я не заметил даже. Не обратил внимания, что это гриб. Привет, лайк, Фростмун. Надо найти у дьявола что-нибудь, что меняет атаку. Надо встретить Крампуса, то есть посетить больше одного дьявола. Нужно посетить следующий этаж, и там просто тыкнуться в костер будет полет. Посмотрим, что здесь. Temperance, Lovers. Черед. Это я беру. Так. Ё-моё. Я тут надолго. Оно того стоит? The lovers.
Там на монеты ведь ничего не было. А, не-не-не, было. С автомата получить предмет. Было. Есть. А у меня теперь корона не работает. Так, мне нужна проклятая на этом этаже, чтобы бесплатно черетом выйти из нее. Есть. А пока что я туда не иду. Я все равно буду за лоста идти. Кстати, да, эта ачивка не подразумевает даже карту. Ты поставил на меня квартиру, зачем? Так, получить полет и пустить. Не-не-не. Покинуть проклятую без урона. Ведь сердце за 20 минут, я думаю, я справлюсь. Можно пойти заролить сюжетный предмет. Наверное, пофиг. Тут нету такой ячейки сейчас. Монашка, пусть будет. Надо открыть секретку врагом. Я не заметил этого. Гаппи, я уже все. Уже батарейку купим. Предмет ведьзвело, кстати, можно еще попробовать найти. Редко с какашкой? Какая какашка? Чё? Черная какашка? А! Действительно, там была какашка. Там была какашка, это правда. Черная какашка была там. Секретка и суперсекретка это одно и то же. Проклятую без урона можно просто выйти сразу. Блин, а это правда. Надо будет переработать. Ладно, справедливо. Так, а скорострельность у меня еще не повышена. Винка. Он так смешно умирает. Вообще, давай потыкаем. А, да, у меня еще монашка есть. Ладно. Сопли.
А у меня уже привычка не смеяться, блин. Чё тут? ПП. Наверное, да. У меня корона снова неактивна. Мне нужен один тирзап, и корона мне сделает ячейку. Так, мне нужно к дьяволу. Обязательно. Это даст скорострельность. Я не хотел дамажиться на самом деле, но... В принципе, ладно. Погодите, а мне надо не просто задамажиться, мне нужно наролить себе еще и этот самый. Правильное свечение. Черт. Сейчас. Там есть проклятая. Давай просто все соберем. Пилюли я сейчас возьму. А я, кстати, шипы уже не затыкаю, правильно? Пошли дальше. Надо пилюли искать. Также можно на беста пойти и воспользоваться кроватью сразу же. Но можно пойти на синего пацана. Раз пилюля. Два пилюля, три пилюля. Надеюсь, аура будет хорошей. Не будет.
Так, мне вон туда. И нужно ли мне в этот... Воу. Класс. Цвет атаки изменил. А у меня есть ячейка на цвет атаки? Нет? В смысле? Там тип атаки. А, цвет атаки тоже есть. Ладно. Надо еще заставить монстра открыть секретку. Грузчики. А что, были грузчики? Я их не заметил. Я слежу за грузчиками, я сюда пришел за грузчиками, но их пока не было. Мне нужно много брелоков, чтобы попасть в комнату ошибки. По пути на беста. Кстати, да, суккуб мне помешает использовать руну. Крампус. Замечательно. Завершить два забега и золотое сердце. Ты открыл секретку врагу? В смысле? Я поставил бомбу. О чем-то. О чем ты говоришь? Я поставил бомбу. Пофиг. Так, эту штуку я возьму. Мукормикосис. Это не муха. Нужно муху найти. Он макромикос не входит. Превращение. Я не помню. Входит? Ладно. Пи-пи-пи-пи-пи. Тут.
Не увижу я грузчиков. Грузчиков нету. А, я мог не покупать. У меня уже две части было. Так, грузчик, золотое сердце, книжный червь, комната ошибки, кровать, пикап с полипа, он уже в бомбе, да? Стоп. Он отменил ее? Он перепутал? Сердце матери за 20 минут. У меня 2 минуты есть. Я думаю, справлюсь. А почему она отменил пикап с полипа? Может быть, он перепутал? Пикап с пикапом. Надо успеть сердце за 1,5 минуты убить. Думаю, так и сделаю сейчас. Пикап с пикапа на самом деле тоже неплохая ячейка. Может быть, добавлю как-нибудь. Так, убить сердце за 20 минут. И пошли взрывать полипы. Нету полипов особо. Не повезло. Это, кстати, интересная штука, что из-за того, что я по альт-пути пошел искать грузчиков, у меня в итоге меньше комнат бомбы, в которых могли быть полипы. Стрельну. Это связано тем, что когда ты по пути идешь, у тебя один этаж бомбы, а не два. Что с ренджой? Ренджи еще много. Вот спид я не хочу понижать. Полипов не выпадают пилюли. Грузчик? Нет, грузчиков здесь не было. Этот этаж надо проходить, потому что тут встречаются грузчики.
Но надеюсь, я их оставлю в живых. Ну да, наверное, суккуб и мухи. Слишком поздновато, чтобы оставлять в живых. Это надо на раннем этапе делать. Прикольная комната. Ячейка с грузчиком сложнее, чем кажется. Он, возможно, кстати, на беста пойдет, чтобы поспать и не соревноваться в том, чтобы синего пацана убивать. Я бы так сделал на его месте. Нужен Бельзевул. Он же еще не найден. А, кстати, посетить две секретки на финальном этаже. Сейчас делаем это. Книжки, кстати, да. Бельзевул уже найден? А, окей. Тогда книжки ищи. И секретки ищем. Это не книжки. Ну, тут совсем рядом. Я подумал, что я далеко улечу, и у меня роллы пропадут. С другой стороны, как можно раньше, наверное, стоит начинать этот самый. Ну, секретки по-любому я пойду и найду. С банки золотое... С банки золотое сердце, ты супер прав. Капец, я бы не додумался. Точно, 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 спасибо. Золотое сердце с банки. Я вообще забыл, что оно так умеет. Не будет секретки, там не растяну. Надеюсь, мне хватит. А мне в любом случае хватит, у меня монашка. Все ссылки на моды в описании. А нет, у этого стрима в описании нету. А ищи под поносом. В описании. Там ссылки есть. Сейчас золотое сердце. Сейчас синее, а потом золотое, по-моему. Да. Окей. Если бы не чат, я бы не догадался до того, что банка так делать умеет. Монашкой можно золотую бомбу найти. А зачем? У меня 4 бомбы всего. Мне хватит. Но вторую секретку, кстати, не так легко найти. Это правда. Я, возможно, не смогу ее найти за оставшиеся бомбы. Так что золотая бомба мне действительно может помочь. Скорее всего, она здесь. Да.
13. И у него нету возможности собрать бинго. Получается ГГ или нет? Получается ГГ, у тебя нету возможности бинго собирать. Ну да. Ну ладно, быстро было. Мне очень повезло. Я думал, быстрее было. Чем тебе повезло? А, во-первых, мне... Ну, грипп, очевидно, выпал просто так, да? Потом секретка с какашкой мне выпала, мне повезло. Руна мне выпала, повезло. Проклятый без урона и полет это просто через костер делается на альт-пути. Это не повезло. Ну, на скорострельность мне тоже повезло, это частота выпала. И потом банка выпала, которая дала мне золотое сердце на последнем этаже. Ебать. А мне еще бустер-пак выпал с третьего, не, со второго босса около сделки. В нем был три карты на красные сердца и автомат по сдаче крови. То есть я его просто выдаил моментально. Мне реально очень повезло. А у меня тотальный анлак, просто я с первого этажа по-тупому слился, потом... Ну нет, потом не анлак, я просто забыл пойти на даунпур, чтобы грузчика попробовать выполнить. И там дальше пошло уже все. Тотальный анлак. Я грузчиков тоже не встретил вообще ни одного. Я по альт-пути шел по мавзолею и по даунпуру. Ни одного не встретил. Я тоже по даунпуру пошел. По-моему, два этажа даунпуру прошел не было. Обычно вот в каждом забеге он появляется, в этом забеге он ни разу не появился. Я видел томата в мавзолее, встречал грузчика. Точнее, нет, на возвышении встречал грузчика и убил его. Да, я хотел воспользоваться кроватью у беста, потому что как будто это единственный вариант был стопроцентный. Я тоже так считал, что тебе стоит на беста идти. Да, я пошел и в итоге попался грузчик, но у меня было заражение второе, у меня куча пауков, и его просто паук убивает. Я так тильтанул, блядь. Ну это было очень быстро, конечно. Да, быстро было. Но я думал, еще быстрее будет. Я думал, у меня вообще шансов не будет, а я что-то даже закрыть успел. Тут Лисенок пишет, стоит ли делать Best of 3. И, честно говоря, я думаю, что в полуфинале, в следующем раунде нужно делать Best of 2. И, может быть, в финале Best of 3, действительно. Best of 2 интересно звучит. Как будто ничья может быть. Да. Ну, нет, типа... Так, Best of 3, короче. Либо 3, либо нет. Ну, подождите, Best of 2 это... Такого не бывает. Короче, да. Две победы подряд. Best of 3 это... Я почему-то думал, что Best of 2 это типа до двух побед. Не, Best of 3 это максимум 3 раунда. Так расшифровывается. Ну понял, да-да-да, точно. Ну лучший за 3 раунда получается. Да. Ну короче, ладно, можно Best of 3 сделать в полуфинале и финале, а сейчас вот так сыграть. Ну я вообще предлагал это самое всегда Best of 3, но не знаю. Ну я думаю, уже поздно менять регламент стартового раунда, так сказать. Так что, да, со следующего раунда, наверное, будет Best of 3. Действительно. Ну, в любом случае, интересно было один раунд поиграть. Спасибо, Томатов. 40 минут. Да не за что, тебе большое спасибо, интересный опыт был. Я просто поворачиваюсь каждый раз на чат и смотрю то, что ячейки, короче, заполняются. Думаю, жесть. Ну, я тебе не завидую, правда, мне действительно очень везло. А я не буду себя жалеть. Я просто сраковал в двух моментах, и меня это тильтануло немного. Это да, это сильно подкашивает. Возможности были, это правда. Возможности были, просто я тупой. Ну как тупой, просто невнимательный. Да не, в любом случае, кайфово, кайфово. Ну там с чертиком в финале встретишься, думаю, нормально будет. Нормально будет. А мне еще томат на финальном этаже выпал. О, это я. Это ты. А мы спорили, короче, там, по сути же, изменить основной цвет атаки. Основной цвет атаки у Айзека — это синие слезы. Да. Я подобрал Бримстоун, и это... Ну, по идее, да. Жиденько было. Жиденько было, но я все равно нажал. По идее, все правильно, да. По идее, да. У меня, кстати, интересно было встретить комнату, секретку с какашкой. Угу. Это... Любую секретку, в которой есть какашка? Ну, видимо, или... да. Окей. Смешно было. Надо будет просто какашку переименовать, наверное. Типа. Просто там есть секретка только с какашкой. Да, которая супер секретка. Она не такая частая. Вот я ее изначально имел в виду.
А, кстати, вопрос у нас был с чатом. Тут у нас есть посетить две секретки на финальном этаже. Когда ты идешь на беста, вот этот мавзолей, это второй, это же по сути финальный этаж, правильно? Нет, на беста получается эта ячейка невыполнима. Да, я так же думал. Получается дом. Ну, в финальный доме этаж. Как найти две секретки? Там одна только, и то жиденькая. Это не секретка даже. Да, по сути лор. Там даже нету полой секретки в ней. Это просто ивент. Комната как, типа, с запиской, что ли? Просто красная комната, шкаф. Угу. Не, ну, кстати, Inner Child — это же пул секретки. А, да, с проклятой, это, бесплатный выход из проклятой говной ячейки, потому что можно зайти и выйти сразу же. А! Угу. Это додуматься надо было. Можно будет изменить ее на зайти и выйти. Именно вот зайти бесплатно и выйти бесплатно. Угу. Ну, кстати, интересно. Но это все равно на ласте выполняется спокойно. Да, есть вот эта вот проблема с ластом. Зайти с полетом, выйти через карту. Жесть. Если пойти на сатану с полароидом. Но я считаю, что это все еще не будет финальным этажом. Типа, ты не добрался до финального этажа в таком случае. Но это будет как завершение забега считаться. Ну да, есть же, типа, финальные этажи, то, что вот Даркрума, сундук. А, Void. Кстати, по идее, и Дилирум тоже. Ну да, Void тоже финальный этаж. Жесть, там искать, конечно, две секретки. Да не, на самом деле проще. Ну ладно. А есть ячейка найти секретку в Void, по-моему. Или я ее не стал добавлять, я не помню. Я ее помню в англоязычном бинго видел. Вот оттуда я ее взял. Да, я вчера листал этот список с этими, что-то половину пролистал, думаю, ну ладно, вроде как все очевидно. Надо было с конца, наверное, начинать все-таки. Объяснение себе писал, то что вот, и так все понятно, и вся таблица такая, и так все понятно. Да не, реально, потому что формулировка хорошая. Если понять, то понятно будет. Ну чё, расход? Спасибо за игру. Спасибо за игру, да. Спасибо большое. Получается расход. Ну я, если чё, могу здесь интересный посетить. Интересный матч получился. Интересно, какие дальше будут. О, лисёнок там спамит. Так, сейчас исправим немножко. Ну ты, короче, скинешь тогда бинго файл, да? Все. Ну ладно, тогда пойду дальше что-нибудь делать. Отдыхать. Расслабляться. Ну ладно, спасибо, что позвали. Спасибо за игру еще раз. Давай. Я пошел. Бай-бай. Пока. Удачи. Все, я тогда тоже отключаюсь. Прикольно получилось. Я думал, ну, мы да, тут пообсуждаем. Ну, хотя ладно. Ну, можем что-то пообсуждать, просто что-то появилось, что-то накопилось, что-то хочешь сказать? Ну, я вот сижу и исправляю эти бинго. Да в целом все понятно было, вот единственное, что ячейка про комнату с какашкой. Не очень понятно, как бы, определенная секретка или просто любая. Там же есть еще секретки с бомбовым попрошайкой. Который тоже окружен говном. Он говном окружен? Он же 4 бомбы вокруг там него. 4 бомбы? Мне просто кажется, что там еще... Ладно, там может быть камни, а не какашки. Там просто еще по углам комнаты какие-то гриды стоят. Только какие, я не помню. Ну, в любом случае, есть еще обычные секретки, в которых часто стоит вот этот шопкипер и какашки какие-нибудь. Давай переименуем это просто какашка в секретке. Окей, ну это тогда просто довольно простая ячейка получится. Что, первого тира ее сделать? Ну да. Так, что-то там еще было. Блин, а у меня еще наполеоновские планы были, что я
Достану вот что-нибудь, где-нибудь 4 брелока за этаж, пойду на беста, буду эти ключи использовать в одном направлении, посечу комнату ошибки. Это, типа, у меня планы на второй забег были, потому что я, типа, в первом убил как можно быстрее синего, потом второй на беста в кровать, типа, все такое. Угу. А как ты планировал в комнату ошибку попасть? Ну, блин, ты ключи получаешь вместо брелоков. Ты, когда идешь на беста, кучу брелоков просто перетаскиваешь, а потом их просто в одно направление суешь вместе. А это на каком этаже? Ну как на каком? А, ну на котором оставил. Как можно ближе к началу, потому что там этажи побольше. Угу. Ты на беста заходишь, типа там этот глубины, они моментально кончаются. А какой-нибудь там бейсмент, огромный этаж. То есть лучше использовать в глубинах. Почему нет? Наоборот. А, там же типа агры... Точно, там же 13 на 13 везде, да? Максимум. Как в войде. И за этим и после этого начинаются комнаты ошибки. Так, сделал так, чтобы цвет и атака не пересекались. Угу. Тут есть. Это лишний. Окей, что дальше? Вроде все. Что нужно было исправить? Угу. Ну, в целом, да. Может быть, какие-нибудь идеи есть? А, пикап с пикапа была идея добавить. А мы прочитали, кстати. Ну, не мы, а Томата прочитал, да, получить, да, да, пикап с пикапа. Мне в чате об этом сказали, и я такой, прикольная ячейка. Ну, это довольно просто, если мы говорим про сундуки. Если сундук считается пикапом, а на Дэдгоде он как раз в разделе пикапы. Надо сформулировать как-то правильно. Можно получить пикап с карты, к примеру, с мешочка. С пилюльки. Кстати, мешочки являются сундуками. Ну вот как отрезать от этого сундуки, не очень понятно. Ну ладно. Тогда не будем добавлять слишком странные. Ну, странное, но интересное. Ну да. Может быть, получить пикап с базового пикапа? Ну, можно. Хотя, кроме монет, что и может дать еще? Только вот брелки на монеты и все. А с базового пикапа это ты имеешь в виду? Ну, подбираешь монетки, и тебе... Тринка дала ключ там или бомбу. Блин, я бы просто как-то отрезал сундуки и мешочки. Потому что, ну... Можно сделать ячейку, получить пикап с расходника, к примеру. Я тоже об этом подумал. Типа с карты пилюль. Получить пикап с расходника. Окей. Получить удачу с предмета, там есть такое. А Dice Shard, он тебе не дает новые пикапы, он просто типа изменяет, так что не считается. Ну да. А Ера? Ну по идее, да. В таком случае. Окей. Душа Кипера, кстати, тоже. Сложность 2. Душа Якова. Мне показалось, что это не настолько распространено, хотя... Эндлюс на Эмблюс, наверное, тоже будет считаться. Ты используешь активку, ой, ты используешь тринку. Какую тринку? Расходник и получаешь еще один расходник. Ну да, да.
Ну, то есть это не очень сложная ячейка. Главное, чтобы пикап новый был. Получить флейту со сливки. Там было такое. Получить сливку с флейты. Хм. А нож меняет тип этот цвет атаки? По идее, да. Хотя железный. Когда ты меняешь на него, у тебя он все еще белый, как бы. Ну, короче, я сделал так, что они не будут перетекаться. Угу. Не, ну в любом случае, если будет ячейка поменять цвет атаки, считается ли нож? Ну да. Окей. Получается, ты меняешь цвет. Получается, и тресигион тоже может считаться. Угу. И косы. Блин, тогда может цвет вообще убрать, как ячейку. Потому что это... Ну, с другой стороны, тут... Это тушь Евы может выпасть какая-нибудь. Ну, или да, да. Dark Matter. Это как модификатор, только чуть-чуть полегче. Ну да. Я могу сделать, изменить вид или цвет. Ну да, можно так. Окей, так будет проще. А лисенок нас слушает, интересно? Не Ты знаю. Все еще стримишь? Я стримлю, да. Окей, все, значит нас... Значит он слушает. А то он просто пишет в чат, как будто бы нас слышит. Но при этом он не в голосовом. Нож не меняет цвет атаки, ведь флагбомы... Но... Это не важно, потому что я уже объединил это, чтобы не было вопросов. Модификатор тоже будет работать в качестве заполнения ячейки, чтобы не было вопросов. Недопониманий. Угу. Следующий бинго... Так, Слава, у тебя расписание. В понедельник. В понедельник в 17 по Москве. Я с Нексоном. В 19 лисенок с Антоном. Тоже в понедельник. И последний бинго в этом раунде будет во вторник в 17, чертик, фьючер. Все рассказал. Я скопировал сообщение про бинго. Угу. Чтобы вы не искали на моем сервере. Угу. Спасибо. Ну все, удачки. Давай, тебе тоже. Блин, я не дослушал. Я не дослушал. Алло. Да, в личку. Я не дослушал. Жду ролик. А, да. Вот. Я не забыл записать. Все, отлично. Отлично. Удачки. Давай.